Девочки, всем привет! Сегодня я вам покажу аромат, который я носила две недели в октябре. То есть, получается, третью неделю и четвертую неделю октября. Выбирала я их спонтанно, то есть у меня не было видео о том, какие я ароматы беру, потому что я их и не выбирала на две недели. Хотя подумываю, что, может быть, на ноябрь я все-таки выберу. Просто надоело ощущение, что я принуждаю себя чем-то пользоваться. Я подумала, вот к чему потянется рука, то и буду носить эти две недели. И это у меня сработало хорошо, потому что тоже погода менялась по-разному. И да, короче, давайте уже приступим, а то будет длинное видео, все-таки две недели. Носила я вот такой аромат от Ульрика, Ульрик Деваренс. Варенс Дориент, и это сапфир. У меня, в общем-то, есть все три флакончика. В этой серии есть красненький еще, по-моему, он руби так называется, и есть фиолетовый. Но разносить я хотела именно этот, потому что он для меня тяжелее всего носится. И вы знаете, аромат непростой, очень непростой. Вообще, все три аромата очень достойные композиции. Я почему-то, когда смотрела на оформление, тогда выбирала, я думала, что это будут какие-то такие водички-поливашки. И аромат на тот момент мне обошелся довольно бюджетно. Сейчас, мне кажется, он подорожал немного, 12 евро стоит. Но я не знаю, стоит ли он своих денег, мне сложно сказать или нет, потому что аромат серьезный. Вот... Фрагрантика говорит, что он сладкий, ванильный, фруктовый. Знаете, все так не видно, как начинается. Но тут очень чувствуется база. Пачули, амбра, древесность. Да. Лактонность не чувствую. Вот пряность есть немножечко. И потом только я чувствую фруктовость, небольшую ванильность, какую-то сладость. Вы знаете, интересно, что некоторые сравнивают его с... Сейчас посмотрю, с чем. С La Vie Belle. Наверное, сладости свои. И с... Интересно мне было, что с Le Trésor Nuit от Lancôme. Вот мне не кажется, они очень похожими, но чем они похожи, так это помадностью. И в базе у сапфира есть пралине. Пралине, пачули, ваниль. Мне кажется, вот что базу они скопировали действительно у Lancôme Trésor Nuit. Однако тот более такой богатый, мощный, но этот тоже непростой. Если бы у этого аромата еще была бы и стойкость где-нибудь, давайте вот так положу, стойкость была бы где-нибудь часа 4, мне казалось, мне кажется, это была бы уже вот реально серьезная парфюмерия. Следующий аромат. На этом не буду заострять дальше свое внимание. Поносила его день-два, но все равно мне сложновато его носить. Сложновато, серьезный аромат. Так. А, нет, я ошиблась. На Натино он сейчас, я отфотографировала, стоит 14,20. Так. Следующий аромат, который я взяла носить, это был Ellen Goddess. Такая упаковочка. У меня миниатюрка 10 мл в очень красивом флакончике. Как-то сосулька, льдинка. Вы знаете, девочки, носился он приятно. Аромат очень приятный, в первую очередь ванильный. Потом я чувствовала кокосовую составляющую и белые цветы. То есть да, мне казалось, что здесь либо жасмин, либо апельсиновый цвет. Здесь жасмин, да. И не кокос, а кокосовое молочко. Мне кажется, что аромат, возможно, задумался как летний, какой-то пляжный. Потому что он несложный, он ненавязчивый. Это аромат, если вам нравятся белые цветы, ваниль и небольшая кокосовая нотка, на каждый день идеален. Но, к сожалению,
Меня разочаровал именно как мюглер разочаровал этот там аромат, потому что я вот надеялась на что-то такое супер особенное, что будет меня удивлять, очаровывать. Но нет. Стала бы я покупать большой флакон? Пока нет. Потому что дорого стоит. Такой аромат должен стоить где-то, ну, евро 30 за 50 миллилитров. Но никак не 70, там, которые сейчас за него хотят. Нет. Так, вот другой аромат, казалось бы, он изначально был очень бюджетный, но сейчас его разрекламировали, и он пипец как поднялся в цене. Это Montblanc, от Montblanc Signature. Классный аромат, девочки. Вот я уже, я довольно часто к нему прибегаю. Он тоже, вот казалось бы, он тоже ванильный. Здесь тоже есть цветочность, чувствуется. Единственное, что здесь нет кокоса, ничего такого кокосового. Но вот цепляет он. Вот он цепляет. Да, за него не жалко отдать деньги. Единственное, что ну, не то, что сейчас за него просят. А пирамида у него шикарная. Клементин в верхах, магнолия, иланг-иланг и пион. Шикарное, шикарное сочетание. Ваниль, белый мускус и бензоин в базе. Ваниль и бензоин. Девочки, я поняла, что мне очень нравятся ароматы, в которых в базе есть бензоин. Бензоин придает какую-то, знаете, такую смольность, но не уводящую вас головой в старые времена, в ретро, во что-то такое, старая тяжелая школа, такие мощные ароматы. Нет, он придает чуть-чуть солидности аромату, в то же время оставляет его летящим. И вот здесь классно обыгран иланг-иланг. Вот просто я не могу, хочется вдыхать-вдыхать. Я подумаю себе, как только будет приятная цена, еще задублить флакон, потому что вот сейчас на Тина цены, конечно, у него 30-ка стоит 25 евро, а 50 миллилитров аж 61. Я в полцены покупала эти 50 миллилитров. Но это все благодаря блогерам. Вот я тоже сейчас говорю, какой-то магазин услышит и опять задерут цены. Жалко. Хотя вот по бюджетной цене это реально классный аромат. И я вот его беру на особенные встречи, ну, скажем так, не на работу. Я его ношу не на работу, а в свободное время, когда мне хочется расслабиться, но пахнуть очень вкусно и приятно. А держится на одежде до стирки, девочки. У меня до сих пор куртка уже 3 дня пахнет. Легко, он такой легкий, он не доминирует, деликатный, при этом заметный. Вот тоже получала на него комплименты. Какой аромат еще носила? Это Surreal Sky. Шикарный аромат. У нас погода вообще чудесная, девочки. Вот последняя неделя октября. Это была очень солнечная неделя и доходила с 20 до 25 градусов. Сегодня было 26 градусов. Прикиньте, вот это октябрь такой у нас. Это необычно для октября, должна сказать. У нас бывает бабье лето, но там плюс 15-17, но чтобы до 26, нет. И вот он прекрасно звучал. Аромат, девочки. Сначала я думала, когда я его покупала, я думала, что это какая-то такая фруктовая летняя водичка, но он, во-первых, для меня он унисексовый, звучит очень интересно, несмотря на то, что это Eau de Toilette, классное звучание. Единственное, что он не очень стойкий. Вот если бы он звучал как другие ароматы, и вон там 4, 5, 6 часов ему бы цены не было. Ну ладно, Eau de Toilette, и это бюджетный аромат, да, я на него не ошибаюсь, не обижаюсь, но, девочки, фрагрантика, я вам помните, когда я его покупала, я была в восторге от него, я говорила, что пирамида намного богаче, чем Avon говорят, потому что там были какие-то древесные ноты, в верхах были ягоды. Вот не помню, что было в середине, но какие-то 3 ноты там были. Вот сейчас, наконец-то, они изменили. Парфюмер у него Вероника Казанова. И это аромат, кстати, 2016 года, то есть это не новинка. Единственное, что просто я, да, открыла для себя Avon недавно. Так, какие-то красные фрукты. Хорошо, раньше были вот какая-то то ли коджи, то ли какая-то вот такая вот ягода была.
Потом розовый перец и цитрусы. Вот розовый перец я тут ярко не чувствую. Цитрусовый может быть. Средние ноты. А белый цветок, который называется ночной цеструм, пион и мимоза. Да, интересно. Хотя пион ярко я тут, опять же, таки не чувствую. И базовые ноты, древесные ноты, мускус и амбра. Ну, древесные ноты могли бы уточнить. Но вот древесность здесь ярко чувствуется. Поэтому мне, когда я его тогда попробовала, купила, мне казалось, что вот он однозначно унисекс. Запросто могу представить его на мужчине. А вкусный, свежий, звонкий аромат. При этом есть вот какая-то такая томная база, при этом он все равно легкий. Вот. Носила, наслаждалась. Следующий аромат, ну, думала, ну все, буду носить. Вдохнула его и решила взять Burberry London. Вообще очень мне нравится аромат, очень. Первые разы, когда я его купила, я чувствовала там очень ярко ноту розы, очень. Потом кто-то начал говорить, я им попользовалась, вот отложила. И кто-то начал в обзоре, я услышала, что кто-то говорит, о, тут яркий жасмин. Я думаю, да какой яркий жасмин? Жасмин вообще вначале я не чувствовала этого аромата. Аромат невероятно вкусный, сладкий такой, цветочный. Но вот когда второй раз я взяла его носить, я действительно на себе постоянно чувствовала жасмин. Вот интересно, да, вот кто-то сказал, и все, я теперь чувствую жасмин. Жалко, было бы классно, если бы розы там было больше. Аромат 2006 года, и парфюмер у него довольно известные. Доминик Рапион и Жан-Марк Шелан, или, не знаю, вот Шелан, наверное, читается, или Шей, не знаю, не буду сочинять. Какая у него пирамида? Приятная очень. Верхние ноты. Жимолость, танжерин, роза. Жасмин, диаре, пион и клементин. Средние ноты и базовые ноты сандал, мускус, сандал, пачули. Единственное, что я заметила, несмотря на то, что аромат мне безумно нравится, он мне в будни быстро надоедает. И я его не могу носить больше одного дня. То есть я один день ношу, на следующий день мне нужен другой же аромат. И последнее время, может, мне просто эта нота надоела. Я ее так залюбила, столько у меня ароматов с ноты жасмина яркой. А что вот могу носить только один день. Потом мне нужно что-то другое, совершенно не похожее вот на этот аромат. Интересно, да? Хотя вот от аромата самого тащусь. Следующий аромат, который я носила. А почему я носила? Потому что я у Алены на канале. Она покупала себе ароматы Avon. И вот у нее была распаковка аромата Farway Glamour. Я, конечно, повторюшка дядя Хрюшка, я побежала тоже пробовать. Я люблю так, если кто-то что-то распаковывает, у меня это есть, и кто-то это описывает, мне тоже нужно это попробовать. Снова, чтобы сравнить свои ощущения вот, с ощущением человека, который мне рассказывает об аромате. Я вдохнула и подумала, блин, все, надо его доставать, надо носить, потому что пришло его действительно время. Буду носить его также и где-нибудь на неделе в январе и в декабре. Аромат сохраняет ДНК настроение Фаруэя классического, но здесь вот это отсутствует яркость и резкость Фаруэя. Ее перебивают, скажем так, фруктовые ноты. И несмотря на то, что фрагрантика указывает, что здесь только черная смородина и грейпфрут, у меня ощущение, что здесь больше фруктовых нот. Ну ладно, вот в верхах черная смородина, грейпфрут и розовый перец. Я бы могла себе там представить еще какие-то фрукты, хотя вот я бы не могла сказать, какие. Мадагаскарская ваниль и корни риса, цветок апельсина – это средние ноты. И в базе пачули и черный мускус. Видите, они чуть-чуть переиграли. Но несмотря на то, что ваниль здесь в середине, все равно не яркий. Короче, аромат не резкий, он более мягкий, чем Фаруэй. Хотя я слышала, что многие, наоборот, считают его довольно резким. Интересно, потому что вот у меня совсем другое ощущение. Аромат, на который я собрала неимоверное количество комплиментов, девочки. Ну, я носила его, правда, 2-3 дня просто запоем. Это аромат Ор.
на Фрагрантике, и он называется как Султан Ор, может быть из-за шапочки, но нигде не было написано, что Султан. Паскаль Морабита, девочки, вот эта линейка просто шикарная у Паскаля Морабита. Вот у меня есть два аромата, один черный флакон, вот этот вот с золотой крышкой. Хочу себе белый, розовый, красный. Ну, блин, белый и розовый, я даже досиделась, они пропали. Красный есть, вот надо будет как-нибудь заказать. Надеюсь, что они опять появятся, потому что вот этот. Это насыщенные цветы, это цветовые эссенции. Аромат однозначно белоцветочный. Вы знаете, я здесь ярко чувствую ноту лилии, хотя лилии здесь вообще нет, и напоминает он мне аромат от Жанна Артес, Aroma by Artes назывался этот аромат. И это была интерпретация или закос на поэм от Ланком. Если сравнивать его с поэм от Ланком, то здесь не хватает кучи нот. То есть на поэм он похож отдаленно, вот этой просто яркой ноты лилии. Хотя, как я уже сказала, лилии здесь нету. И вот куда бы я ни приходила в этом аромате в этот день, мне все говорили, чем тут так вкусно пахнет, что на тебе. И все думали, что это очень дорогой аромат. Так, пирамида. Цветок апельсина, бергамот, танжерин и лимон в верхах. Средние ноты – жасмин, иланг-иланг, тубероза и имбирь. Базовые ноты – амбра, ваниль, корица и кедр. Во-первых, имбирь не чувствуется. Вот это какая-то резкость, пряность не чувствуется. Корица не очень чувствуется. Есть небольшая в базе, когда он начинает уже совсем он не сильно раскрывается. Я бы даже сказала, что он больше стабильный. Он как будто, знаете, больше высыхает и утихает немного. Немного, девочки. Одежду тоже нужно стирать, если хотите избавиться от этого запаха. Очень мощный аромат. Мыльность какая-то в конце появляется, но такая, знаете, мыльность не... Сейчас вам скажу. Не душистого мыла, а скорее немножечко настроения хозяйственного мыла. Вот чуть-чуть есть, действительно. И мне кажется, что жасмин, аланг-аланг, тубероза вот вместе, они делают вот эту ноту лилии мне, очень яркую. Ничего не могу с собой поделать. Это для меня цветочный аромат лилии. Шикарный. Даже подумала, может, запас купить, потом нет. Его достаточно 3 пшика, и вы будете просто благоухать, 3 дня ходить. Так. На коже, кстати, тоже очень хорошо держится. Следующий аромат. Опять же, мне хотелось и свежести тоже, после таких вот мощных, как Burberry London. Он такой характерный очень. После Урика де Варенца. И вот это тоже они характерны, несмотря на то, что вроде как несложно. Но хотела свежести. И я сразу вспомнила Атризель. Прекрасный аромат. Водный, легкий, цветочный, мягкий. Он акватический. Прекрасный аромат. И вы знаете, когда я смотрела на базу сейчас, аромат 2003 года, у него парфюмер Роберт Альберта Мариес и Марилас и Ильяс Эрменидис. Так, поставлю его вот сюда. Вы знаете, смотрите, какая пирамида. Лотос, тубероза и роза. Да, тубероза и роза в верхах, довольно мощные цветы. Перец и лакричник в середине вообще. И лилия, мускус и рис в базе. Вот удивительно, как можно было создать такой красивый, нежный, акватический аромат. Ну, я думаю, Тризель, она известна, поэтому я на ней задерживаться не буду. Еще один аромат от Avon я брала. Это Mesmerize Black. Прекрасный аромат, фруктовый. Это Eau de Toilette. Вот так же, как и вот этот, к сожалению, держится недолго, но
какой он приятный, какой он милый. Жалко, что снятость. Но я не знаю, может быть, где-то его можно еще заказать. Несмотря на то, что фрагрантика описывает как вот древесный белоцветочный, для меня это очень мощный фруктовый аромат на легкой древесной базе. И знаете, у него 3 ноты в пирамиде: мандарин, жасмин и австралийский сандал. Не знаю, я бы сказала, что здесь есть и яблоко, и немного сливы, и груша. Я слышу намного больше нот, чем опять дает фрагрантика и Эйвен. Ну ладно. Короче, классный аромат, не перегружает. Не перегружает, а в то же время и сладкий, и легко носится. Ну вот, в общем-то, что и должен делать Eau de Toilette. Вот если бы, опять же, таки стойкости ему чуть-чуть побольше, вообще бы цены ему не было. А сам по себе аромат очень бюджетный, классный. Следующий аромат, который я носила, это Мопассан от Мопассан. Девочки, какой это прекрасный аромат. Он сейчас мне заменяет другие ароматы с такими специями, с бальзамами, потому что мне надоела нота немножечко, сейчас скажу вам, нота гвоздики, а она практически во всех ароматах, и дубового моха. Мха пока не хотелось мне вот в эти 2 недели носить, и поэтому я взяла его, потому что он очень мягкий. Во-первых, он мягкий, для меня он в первую очередь бальзамический, чуть-чуть дымноватый, слегка пряный, при этом он довольно мощный, фруктовый и сладкий, но все это так окутывающе. Кстати, аромат 2000 года, классно, классно его сделали, парфюмер Кристин Нагель, и какая у него чудесная пирамида. У него желтая слива в верхах, слива Мирабель, тоже какая-то кругленькая желтая слива, красный мандарин, бергамот. Вот слива отчетливо чувствуется. Нет, я бы даже сказала чернослив. Вот так вот. Чернослив и даже уже немного подкопченый. Вот такой. Средние ноты. Иланг-иланг, белый персик, индийский жасмин, турецкая роза. Вот иланг-иланг тоже есть, но он, знаете, он не просверливает мозг, а он именно придает вот как будто теплоты. А что-то такого медового придает, окутывающего. И базовые ноты: пачули, бензоин, амбра, ваниль, сандал и кедр. Вот мне, я уже сказала, да, я сегодня говорила, что ароматы, где есть бензоин, мне очень-очень нравятся. Они невероятные. Они придают какую-то теплоту, в то же время не утяжеляя аромат. Классный аромат, я наносила его на ночь. Намазом наношу такие мощные ароматы. И на запястье. Невероятно поднимает настроение, успокаивает, расслабляет. Следующий аромат. Вот бутылочку я не взяла. Девочки, секунду. А, точно, я ее с собой носила, потому. Так, сейчас, секундочку. Достала. Вот она, бутылочка. Persif Soul. Девочки, буду заказывать в запас, потому что... Ну, опять, я не знаю, я им поливала сегодня. И опять я собирала комплименты. То есть это прекрасный акватический аромат с цветами. Характерный, в то же время совершенно не надоедливый. Вот если вы в него влюбитесь, это вполне может стать для кого-то ароматом «Я». Прекрасный аромат. Здесь у нас водные ноты: мускус, лилия, ветивер и акация. Мне кажется, акацию я и лилию не так ярко слышу. Я как будто слышу какие-то другие цветы. Ну, запах невероятный. Я не знаю, как еще его описать. Запах ледяной воды с цветами. Очень-очень прекрасный аромат. Я не знаю, Эйвен, он еще выпускается или он снятость. Ну, короче, надо купить запас, чтобы даже не думать о таких вещах. Потому что мне хочется... чтобы он был у меня всегда, этот аромат в моей коллекции. Так, надо мне чуть-чуть ускоряться. А, и, девочки, я хотела вам сказать, вот, что люди его сравнивают с такими ароматами, как Клэд Арпеж, там Фланкер от Хайко, тоже Эйвен, Бисспарклинг, который я вам показывала. Нотка у них одна общая. Это
мускусная нотка, которая придает акватичности. Больше ничего у них общего нету. Они все совершенно разные. Каждый из них аромат характерный, просто в направлении легком акватическом. Вот. Хотела это вам сказать, чтобы вы не думали, что это то же самое. Вообще не то же самое. Вообще. И мне кажется, на мой вкус и взгляд, с другими персивами вообще практически никакого сходства. Ну, вот он мой любимчик, поэтому у меня, конечно, нету... у меня нет трезвого мнения, может быть, объективного. Знаете, когда аромат вам нравится, то вы начинаете просто превозносить его до небес, а для кого-то, может быть, он вполне себе посредственный аромат. Ну вот, как я сказала, я действительно получала комплименты вот на вот этот аромат и вот на вот этот. Удивительно, да? Так, и еще один аромат, который я носила дома для уюта, это был Soft Musk Velvet Paris Deluxe, да, Velvet Paris. Ну, его можно узнать, очень бюджетный аромат, девочки. Прекрасный аромат, расслабляет, создает уют. Но у меня постоянно было ощущение, что у меня не выключен утюг, или я оставила разогревать воду на плите. Вот ощущение дымка с разогретой паром, такие поддымленные деревяшки, меня не покидал. Вот мой мозг постоянно мне сигнализировал: проверь, не горит ли у тебя что-нибудь. То есть ничего горелого нет, но именно как будто вот пар, что-то такое поразительно. И пахнет он, 2-3 дня одежда пахнет этим ароматом. Вот, казалось бы, бюджетный аромат, я не знаю, сколько он стоит, евро 5-6, классный аромат. Ну, не знаю, может быть, ваниль хочу попробовать, но я просто так удачно его купила, и, конечно, это флакон заставил себя купить, потому что, смотрите, какая сама элегантность, я не знаю, это так элегантно, и даже эта пластмассовая крышка, эта наклейка, это все так красиво. Ладно, девочки, не буду больше вас задерживать. Всем хорошего дня и до следующего видео. Всем пока-пока.